Видео быстрого оленя представляет. Спасибо, спасибо. С Новым годом! Проснись, эй, кнопка, уже Новый год. Хочу тебе пожелать так много. Хочу, чтобы принц твой, принц из сказок, тебя позвал. И Дед Мороз подарки тебе принес и не опоздал. О, помнишь, кнопка, ла-ла-ла-ла-ла. Желание загадать тебе давно пора. Поздравляю! Твоих лучших подружек и друзей поздравляю! Yeah. А я хочу, опять по плечам бегать, да умей гонять. Возьми снарядку, как за косу, на самокате мчаться по полу. Пока молодежь работает. Мы делаем подкову, салат подкову. Картинку прислал я тебе кота. Вот здорово, супер! Морковку с кухни возьмем, пойдем пить во двор. Снеговика и классных друзей тебе, песен и подарков желаю я. Поздравляю! Поздравляю! Скорей побольше новогодних гостей. Поздравляю! Праздник у дверей. Поздравляю! Ага. Поздравляю тебя! И чтобы ты была счастливая вся. Через несколько минут мы шагнем из настоящего в будущее. Отмечать этот замечательный праздник — одна из наших самых дёрг. Дни короче, вечер рано настает. Незаметно реки погревает лед. И вьюги голос слышен, и снег лежит на крышах. Новый год идет. Песни новогодние метель поет. За окном снежинки водят. И радуются дети. Новый год идет. Новый год к нам идет. И все мы верим, что чудеса опять к нам и зайдут. Новый год.
сомнений и невзгод. Уходящий год собою заберет, и пусть под снегом белым он скроет все проблемы. Новый год идет, праздник отмечая, знаем наперед, что грядущий год нам счастье принесет. Исполнятся желания, свершатся ожидания. Новый год. К нам идет, и все мы верим, что чудеса опять к нам зайдут. Новый год настает, откройте двери, ведь он приходит лишь туда, где его ждут. Новый год к нам идет, и все мы верим, что чудеса опять к нам зайдут. Новый год настает. Откройте двери, ведь он приходит лишь туда, где его ждут. Лена, давай, Лев. Ёлки, ледяные горки,
будет весело. Так классно. Лицо только обжигает. Очень сильно. Вот и я. Я так кричала. Я реснички все снегу. Холоду, да? Сейчас пойдем чай пить. Ура! Умеренно. А я такая рада опять. Все, она остановилась. Где? А, она там просто промежуток между нами, если у нас будет близкий. И она... Нет!